«Гнев в семье. Как приручить дракона». Это не фэнтези, это не про дракона, это про эмоции. Это про сильные эмоции. Моя книжка уже вторая по работе с эмоциями, с раздражительностью. И я вам очень рекомендую. Смотрите, она тоненькая, но она очень практическая. И уже у нее раскуплены первый и второй тираж. Я думаю, что она полезна всем, у кого есть дети. Также она полезна всем, у кого есть взрывчатость в характере. Практические упражнения, методики наблюдения за собственным гневом, методики преодоления естественной вспыльчивости. Если вы понимаете, как устроена ваша раздражительность, если вы знаете, что такое вспышка гнева и что с ней делать, если вы понимаете, что такое гнев и как он работает в семье из трех поколений, вам гораздо спокойнее становится жить. У книги хороший терапевтический эффект. Люди говорят, что мы почитали, и мы первое время особенно гораздо меньше срывались. Также есть и долгосрочный эффект. В общем-то, можно купить в бумаге, кто любит бумажные, я люблю бумажные. Можно купить в электронном виде на ресурсах школы. Рекомендую. Также у нас есть в онлайн-школе два курса по работе с эмоциями, не вошедшие в книгу курс. Сильные эмоции в близких отношениях, там не только про гнев, там и про тревогу. И книга «Гнев в семье. Как приручить дракона», собственно, тот курс по мотивам, который был составлен. Это книга, но всегда курс больше, чем книга. Выбирайте тот формат, который нравится вам.